Следующие шаги. Напишите дату, когда вы играли в эту игру. Сегодняшнюю дату, да. 12-е, да, наверное. Да. Да. Когда мы играли в эту игру? Какова была ваша цель? Ну, то есть заполните верхнее поле. Сейчас время. Как заявлял, ты написал. Теперь каждый, пожалуйста, думая о своей цели, возьмите карточку озарения новую из колоды. Это будет ключевое озарение относительно ваших последующих шагов. И пишите туда то, что написано. Мне говорите. Домашней работы. Если вы уже выбрали озарение, возьмите себе препятствие. Это будет препятствие на вашу последующую. Заправский так решает, как будто потеряла. Студенткой была когда-то. У меня опять групповое. Значит, это групповое. Пиши, что оно групповое. Если ты не озвучила свои цели, то... Ну, просто... Боже, да невозможно, ты якорь уже. Слушай, как, почему я никогда не слышала, как ты смеешься? Почему ты не смеялся на практике? Это была веселая история. Мне оно подходит. Подходит, да? Mm-hmm. Ну, групповое обычно подходит. Да, это групповое, это всегда хорошо. Потому что ты не одинок в достижении своей цели. Хорошо. Это с тобой всегда люди. Которые могут поделиться с тобой капельками крови. Причем даже не другая. Они делятся с тобой кровью. А иногда просто я думаю, блин, вот благодаря ребятам у меня всегда были искры осознания. Ну, то есть вот как-то... Да, бери препятствие. Кто взял препятствие, возьмите... Еще одну карточку озарила. Это то, что будет помогать вам преодолевать препятствия. Еще раз? Да. Ты берешь, я не успею так быстро писать. Хорошо, пиши. Это в третью. Да, это в третью вы пишете. То, что я сказала. Да? Угу. Что еще? Ну вот. А что мы будем сейчас? Что ты сделал уже? Так, я первое, второе. Возьми еще одно озарение, это будет помогать тебе преодолевать препятствия. Это какой вы хотите писать? Игра в третьем. Да? Это будет помогать тебе? Нет, хоть оно и групповое, но все равно. У тебя все групповое. Все препятствие групповое. И его исцеление. И исцеление тоже групповое. Да. Все, группа рулит. Ну, зато оно хорошее. Ну, еще, это же озарение, я надеюсь, ты взяла еще одно. Конечно. Хорошо, теперь возьмите, пожалуйста, только очень вдумчиво, настройтесь, карту ангела. Это то, что будет вас вдохновлять дальше. Это не сильно. Не вдохновляет? Подпускание. Чего? Алло, я перезвоню. Хорошо. Ангела берете. Бери, ангела. Это в четвертом писать? Да. Ну ты подумаешь еще об этом, да? Я уже подумал. Да?
Ну, кстати. И трансуй. Да. Спонтанность. Отличная. Отличная у тебя там. Класс. Просто класс. Да я понимаю, ничего. А ладно. Нет, я не думаю. И что сейчас делаешь? Вау. Ангел-энтузиаст. Хорошо. Вот. Ну что? Я еще работаю, скажем. Это я и целостик. Что играю я тут в покер? Да, пиво. Не знаю, я... Давай на девочку. Слушайте, ребят, спасибо вам большое. Очень спасибо тебе большое. Правда, вообще супер. И я надеюсь, вы напишете мне, обязательно. Какой-то у вас отклик. Да, да, да. Обязательно. Теперь ты 20 секунд трансуешь. Это заразно. Я ухожу счастливая, да еще и с цветком. Да, вот да. Это забирайте с собой. Листики, пожалуйста. Иногда на них посматривайте. Возможно, дня через 3 вам покажется, что, чего мне казалось, эта цель такой достойной вообще рассмотрения. И может быть и такое. Может. Лена, так у меня вопрос. Да. Это приключение в итоге. Оно проявится. Это то, что, в общем-то, питает ситуацию, хранит ее, тебя в этой ситуации. Движение, ну я так понимаю, приключение. Приключение, движение. Ну я не знаю, что это для тебя. Что это для тебя, кстати, приключение? Приключение – это движение, это что-то новое, перемены, перемены, люди, события, что-то. Ну даже, наверное, какое-то действие сейчас, да? Да. Какое-то увлечение всех этих процессов. Что-то захватывающее. После того, как ты обнаружила, что ты счастлива, я думаю, основные приключения. Да, деноминализация. Да, да, это, ну, гадание на кофейной гуще. То есть это, по сути дела, для кого важно, что? Что для тебя гармония? Как она в твоем? Что такое для тебя послушание? Согласитесь, что... Ну, почему-то попадало, почему-то именно, да, почему-то именно так. Некоторые попали так четко, что... Но если ты, вот, допустим, то, что ты заявлял по поводу вот, реабилитационного центра, то вообще просто ответы, ну, просто...